Всем привет! В общем, это не стандарт, то, что я прямо в начале видео стою рядом с тактом, в куртке куда-то собираюсь, да? Никуда не собираюсь, иду на почту. Значит, приехала у меня одна интересная штука, сейчас вам все покажу, расскажу, но, видимо, по названию и по превьюшке вы уже поняли, зачем я сейчас пойду. Так что все, полетели на почту. Забрал я трубу, вот в коробке она. Уже посмотрел, вам пока не показывал. Сейчас все покажу, расскажу. Но выглядит она зачетно, да. Ну, надо ж, чтобы она не выглядела дуло. Так что сейчас все поставим, попробуем. Что, трубу я распаковал. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот она на кроватке лежит. Отдыхает, блядь. Так, ну давайте подрубим свет, что ли. И поглядим, что у нас тут есть. Значит, Turbo 8 под вертмотор AF18E. Крепление, ну, такое себе, на самом деле. Можно было и лучше, но что вы хотите от Китая за 5000? Как 5? 6 с чем-то. В общем, очень толстое колено, которое расширяется. То есть, внутри идет вот так вот конус. Тут у него средняя часть. Тут конус заканчивается, и вот в этой полусфере у него резонатор. Ой, не резонатор, а муфлер. То есть там глушилка. Сюда влазит палец. Сейчас я положу, кстати, для сравнения, стоковую трубу. То есть сюда палец не влазит. Сюда палец влазит. Не знаю, правильно это сравнение или нет, но... Сюда влазит два. Сюда один. Ну, то есть она больше по всем отверстиям, по диаметрам, но при этом она полегче. Это Китай, вот это. Но она еще легче. Ну, вот стоковая труба висит, просто ебануться можно. Также тут есть демпфер для подножки. Чем китайская труба не отличается, тут его нету. Уберем грязюку. Вот. Мне кажется, фишка этой трубы — это швы синие. То есть она у нас под лаком изначально. Вот она сейчас в лаке. Вот эти швы незачищенные, у них какой-то шарм такой есть. Ну и плюс вот эта шильда. Она объемная. Какая-то золотистая, такая V8. Запакована была в пупырку и в большую коробку. Вот. Труба выглядит отлично. Сейчас будем ее ставить. Старая труба уже деинсталлирована. Все в том же моем любимом подъезде. Как видите, трубы нет. В прошлом видео я ставил новое охлаждение, новый кожух, потому что старому настал кирдык. Что-то чудил с этим, с колпачком. Потом за кадром еще дня два назад я тут мутил проводку под пультик. Она, в принципе, работает, но это на... Ой, не проводку, а подсветку. Но это надо все облагородить, по-нормальному закрепить, уже тогда показывать. В общем, вон лежит труба наша. Сейчас мы ее будем ставить сюда. Я думаю, все знают, что крепится труба вот на эти два крепления. И вот на эти два. На цилиндре. Так как моя старая труба по геометрии не очень себя хорошо чувствует, у меня даже вон цилиндр засранный весь в какашках каких-то. Сейчас я это все буду очищать и вам показывать. В общем, трубу я уже поставил. Жалко, что вы ее видите такой красивый первый-последний раз. Вот она. Реальный вид имеет. Очень хорошо здесь она встала, на цилиндре. Вообще без всякой трахомудии. Потому что вот эта моя труба, надо было помучиться, чтобы ее поставить. Так, в принципе, все, ставлю седуху. Заводим, слушаем звук. Я думаю, те, кто смотрит мой канал, слышали, как так звучит на этой трубе. Сейчас посмотрим, как он звучит на этой, а потом, как он едет на ней. Вот. Так что, я думаю, видос будет интересным. Для тех людей, кто хочет взять такую же трубу. Тут какая-то... А, это от сварки. Вот. Думаю, будет интересно для многих. Погнали.
Так уже выглядит конечный результат с этой трубой. Вот он. Такой вот мопедик, плюс подсветочка. Вот такая вот. В темноте ее намного лучше видно. Поменял шланг на силиконовый. Подсветка у меня с пульта, то есть я могу включить вот такое мерцание. Мерцает вообще со всех дыр, потому что проложил я ее вот тут под пластиком вдоль рамы. Ну вот. Труба просто балдеж. Сейчас мы поедем с вами ее тестить. И что? И все. На этом, наверное, видос и закончится после теста. Если кому интересно, вот такой шланг я туда влепил, толстенный, вместо своего старого самопального. Сейчас покажу. До этого у меня стоял вот такой вот переход с тонкого в толстый, потому что на крайнике очень маленький штуцер, поэтому я еще стяжечкой подтянул. Вот так вот. Ну все. Давайте, погнали тестить. Ну что, сейчас я вас в шлем запихую. Так, где тут подсос у нас? Ема-звук. Ну-ка. Он на 4Т стал похож. Сейчас постоим минутку, погреем. Чуть-чуть вперед отъедем. Неплохо. Ну, я думаю, ему минуты полторы-две хватит, чтобы прогреться хорошо. Ладно, поехали. Бля, он застрял. Сейчас асфальта особо нигде нету, поэтому я не пойму, насколько оно валит. Но звук зачетный. Ну да, слушай, подрыв отлично. Я думаю, даже нет смысла груза легче вкидывать. Ему вполне хватает. Вот только воздуха много на старте. Это надо подкрутить карбик. А, ну вон, в принципе, асфальт какой-то есть. Ема, блядь. Тихо, тихо, ты чё? Блядь! Вот чего ему не хватало, блядь! Охуеть! Опять зеркала сбил, блин! У него идет момент раздува, потом лютый подрыв. Охереть!
Я не помню, говорил, не говорил, что труба тоже неплохо так влияет на охлаждение двигателя, увеличивая продувку. Сейчас развернемся тут чуть-чуть. Поедем туда, где я обычно наваливаю и где у меня постоянно глохнет он. А не, поехали на заправку. На заправку сейчас, думаю, самое то. Я думаю, вы заметили, если сопоставить прошлое видео с тем, как он ехал на старой трубе, блять, у него аж это, с колеи скидывает его на холостом. Бля, я предлагаю просто вот без музыки видос этот монтировать буду, просто чтобы вы наслаждались его звуком. Я через шлем не слышу, но мне очень нравится. Даже через шлем. Не, мне сюда не надо. Мне сюда. Сейчас встанем где-нибудь, подостынем немножко. Потому что я, мне кажется, так обкатку-то и не прошел. А это вообще-то важно. Ну, он only боком идет. Я хочу его по асфальту затыкать. Бля, у него аж это, я когда газ отпускаю, морда приседает. Может, тормоза перетянуты? Да вряд ли. Сейчас вот здесь где-нибудь встанем. На парковочке. Постоим пару минут. Обалдеть. Вообще у меня такое ощущение, что датчик холла умирает, потому что он иногда на ходу прям глохнет напрочь. Давай ноги выставим в дрифт. Обалдеть. Да, он конченый. Как вам аппарат? А какой это? Не пойму. Ну это Honda. Дио, ну как это? Не, не Дио, это такт. Скоро 30-ка ему будет уже. Я знаю, как они старик не выпускают. Ну да. А в ушам, блядь. А это вот сегодня купил, ты тюнингованный. Не смотрю. Ну тут и 80 кубов вместо 50, ну он на полном фарше вообще. Не, не боюсь. Ну, на новых китайских запчастях еще как убиваемая. Я себе китайцы купил, не жалею. Ну, там как повезет. Вообще не жалею.
30, падал на нем. Вот так вот. А? Поднял, завел, дальше поехал. Ну. Удачи. Вот такой мужичок. На китайце, говорит, катается и не жалеет то, что купил. Да, ну труба, конечно, просто пиздец, как выглядит. Бля, я болт проебал от трубы. Вон. Сейчас поедем болт искать. Вон, ну не искать, а покупать. Пипец. Че, я его забыл закрутить, что ли? Ну ладно. Сейчас он остынет. Я включусь обратно и продолжим искать болт, блядь. Ну, чё? Болт мы проебали, но мопедка сейчас подостыла чуть-чуть. Сейчас я вас... Блядь, палец застрял. О, вставил. Нормально? Нормально. Всё. Сейчас поедем домой за болтами. Ну, либо в ближайший строймагазин. Потому что без болтов нынче все очень грустно. А может, по дороге обратно найду, я не знаю. Но это в лучшем случае. Если найду, будет хорошо. Потому что он там какой-то свой. Ребята, те, которые писали то, что нужно хорошо пригревать мопед зимой, вы не волнуйтесь. Я его прогреваю либо за кадром, либо еще где-то, чтобы... Ну, либо просто обрезаю часть этого видео. Потому что я не вижу смысла растягивать видосы там на 40 минут, чисто чтобы вы посмотрели, как он стоит греется. Вот нахера это вам? Вот и я не знаю нахера. Я уже не помню, как я сюда заезжал. Как ты здесь, наверное, ехал? Ребята, напишите в комментариях, как я ехал сюда и как я отсюда буду выбираться. Ну как-то вот здесь вот я, по-моему, да? Прям выпуливает. Ой, блядь. Нормально. Ямы мне не помеха. А вот лежащий полицейский и стоящий полицейский для меня проблема. Блядь, прикинь, лед ебаный. Чуть не упал на ровном месте. Все лето, блядь, на заднем ебашил. А сейчас вот на льду подскользнулся. Вот это кайф, да? Блядь, люки вот эти, которые вроде под снегом, вроде хер ты их увидишь. Ой, я выехал, кстати, куда мне надо было. Ну, в смысле, не оттуда, откуда я заехал, а туда, куда мне надо, туда, куда я хотел. Значит, я сократил путь езды. Ну, вот сейчас я за болтом заскочу, куплю. А потом это. Потом за заправку. Да, однозначно. Ну, вроде как доблестных полицейских нету. Пропустим Шкоду, так же быть. Наконец-то видос снимаю днем, а не ночью, чтобы вы хоть что-то видели. Ну как ночью, вечером, просто быстро темнеет зимой.
А видосы делать надо. Ну да, с газом встает, однозначно. Была бы сейчас погода нормальная, он бы еще и не шлифовал. А давайте вот так вот сделаем. Ух ты, бля! Что делает? Да, я собрал сумасшедший двигатель в каком-то плане. Потому что он реально рвет жопу. Куда тут повернуть-то можно? Блять, ну похуй, никуда нельзя. Блять, он думает, я в не выебу или что? Скользко, блять, какой нахуй гоняться? Сейчас надо будет развернуться. Да. Вот здесь вот где-нибудь встанем. Типа мне во дворик надо, сделаем вид. Да, нужно прикручивать глушак. Хуя машина, хуяри, смотри. Красава, бабуль. Вот я думаю, где бы можно, блядь, это ёбаный Москве повернуть так, чтобы приехать туда, куда надо. Не используя навигатор. Вот Хайлюк встал. Смотри, как дымит, интересно. Из-под крышки этого, блядь, багажника. Может, он горит просто? Такой интересный звон у него появляется на низких оборотах, когда газ даешь. Господа рабочие работают вовсю, не покладая ног, рук и жопы. Хуя себе, гольф праворульный, видели? Так, не сюда. Так, опа. Вот так вот. Ну, валить оно валит, да. Все, сейчас пойду с болтами. Включусь уже, наверное, дома. И будем прикручивать глушитель, потому что он болтается. Не критично, но болтается. Ладно. Вернулся уже домой с магаза. Такие бутски взял, М8. Они длинноватые чуть-чуть, чтобы колесо не чесали. Я просто гаек и шайб граверных подложил, чтобы они сами не раскручивались.
Заметил еще один плюс у этой трубы. Она очень быстро остывает. Моя родная сейчас бы до сих пор стояла горячая. Плюс у меня сегодня ни разу мотор не заглох. То есть эта труба реально влияет на двигатель очень сильно. Поэтому всем, у кого есть лишние там 15 минут жизни, чтобы ее поставить, и лишние 7 тысяч, чтобы ее купить, берите, не пожалеете. Вот я серьезно говорю. А на этом, я думаю, что можно закончить. Вы понимаете, что труба просто отличная. Всем рекомендую. Всем удачи. Всем пока.